Что он делает? Алло, клоун снова вернулся на горку. Ну что, вкусненько тебе? Давай, давай, подкрепляйся. Я хочу, чтобы ты была очень сильная, чтобы засосала всех этих детишек. Держи, теперь ты сможешь продержаться до ночи. Помни. Вот и отличненько. Вот он пошел. Он идет в сторону парка. Еще и оглядывается. Надо за ним проследить. Вы не меня ищете, дамочка? Ну что, очнулась? Что это? Вот так вот за мной следить. Ты что, меня привязал к дереву? Конечно, я тебя привязал к дереву. Чтоб ты не трепыхалась. Ха-ха-ха-ха-ха! Отпусти меня сейчас же! Отпусти меня! Ну уж нет! Сейчас ты пойдешь со мной! Я никуда с тобой не пойду! Ты что думаешь? Ты меня оскорбила? Ха-ха-ха-ха-ха! Слушай, клоун, что ты хочешь со мной сделать? Зачем ты меня связал? Просто отпусти меня, и мы мирно разойдемся. Нет, мы сейчас пойдем к горке. Я тебя ей скормлю. Зачем ты это сделаешь? Ты же накормил уже ее попытами. Попыты? Это не то. Я тебе скажу, зачем я все это делаю. После того, как вы ее взорвали, эта горка потеряла свою силу. Ей нужно восстановиться. Восстановиться? Этого нельзя делать, нельзя ее восстанавливать. Если эта горка кого-нибудь не съест, вирус-пожиратель умрет сегодня ночью. Но я этого не допущу. Едой ее будешь ты! Нет! Не приближайся ко мне! Нет! Нет, 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 нет! Пожалуйста, не надо! Помогите! Помогите! Пошли со мной, дрянная девчонка! Пойдем, пойдем! Не отставай! Пожалуйста, помогите! Как только я попала в эту историю, это, походу, из-за тех ребят, которые не подписались на наш канал. Ребята, кто хочет мне помочь, подпишитесь на наш канал и поставьте лайк. Иди в мою горочку. Подожди, клоун, одумайся, ведь ты же когда-то был хорошим. Да, раньше я был хорошим, но эти детишки постоянно надо мной насмехались, и мне пришлось стать злым. А теперь я хочу, чтобы ты залезла вот в эту горку. О, нет, только не это, мне очень страшно, пожалуйста, не делай этого. Эта горка очень слаба, ее чем-то нужно подкормить. Этой едой будешь ты.
И вообще, мне надоели эти разговоры. Давай полезай в горку. Ну хорошо. У меня нет вариантов, правильно? Все правильно. Какая ты умная девочка. А теперь давай, полезай туда. Я не лезу. Я не знаю, как это делать. Покажи. Покажи сам. Да что здесь непонятного? Нужно вперед головой. Я тебе говорил уже об этом. Вот так смотри. Опускаешься на коленки. Засовываешь туда голову. Просовываешь руки. Ну, клоун, ты сам напросился. На, вот тебе.